Всем привет, дорогие друзья, на канале Костя Куби. Сегодня, ребята, кто не знает, я переехал в новую квартиру. И сегодня я хочу сделать рум-турчик своей новой комнаты. Погнали. Заходим в мою комнатку и видим такой красотуль. Давайте по порядку. Тут у нас стоит гитара. Да, понятно, да? Тут у нас лежанка для нашей собаки. Где она? Ириса, иди поздоровайся. Иришка! Ириска, ой, ты она спряталась, девочка. Спряталась наша Ирисочка. Спряталась, да, девочка, господи. Костя в Кубе тут ролики снимает, а? Но ей тут даже полежать негде, да? Так, заходим дальше. Тут у нас вот такая вот конструкция, так сказать. Тут у нас врублена плойка. Можем сесть, поиграть. Сейчас я порезал палец. Блюдная плойка, Ирисина игрушка. Не знаю, зачем ей такой большой медведь. Пульт от телека. Дальше компик. Такой нормальный. Лампа. Лампа Аладдина. Можно вот так вот ее делать туда-сюда. И включается она вот здесь. Оп, и все. Опа. Это еще мой стол, да, так сказать, рабочий. Дальше вот такие полочки есть. Кубик Рубика, кстати, он обязательно здесь должен быть, я же как бы Костя в Кубе, да? Кто помнит ролики, где я учил собирать кубик Рубики, ставьте лайки. Кстати, ребята, знают о том, что я переехал, только те люди, которые подписаны на мой телеграм-канал. Заходите по ссылке в описании или в закрепленном комментарии, кстати, у меня зато он поторчит. Вот так. И вы будете все знать первыми. Так, дальше вот такая полка. Пока еще не решили, что сюда поставить. Мы буквально переехали дней 5 назад. Ну, нет, вру, даже меньше. Здесь у нас книжки. У меня точнее. Опа. Вот такие вот книжки. Опа. Так. Внимание, ребята. Смотрите, здесь у меня есть бинокль. Это окно. Ребята, внимание, кто не знает. Знаете, на каком этаже живу? На 15-м. Я живу на 15-м этаже. Отсюда видно абсолютно почти весь город. Там залив есть калининградский. Озеро летнее. Вообще, короче, кайф. И тут я могу вот в бинокль смотреть туда. Ну-ка, посмотрите, много еще видно. Я через камеру смотрю, походу нет. О, вот немного видно вам. Так вот это выглядит все. Залив. Вот так вот. Выглядит в стройке. В общем, вот так вот. Давайте я окна открою все. Ой. Ой, вот такие вот эти. Как их называть-то? Понятно, короче. Тут мой шкаф. Давайте начнем с верхней полочки. Там пока мои тоже книги. А вот в той коробочке, вон в той, вот в этой вот, там лежат мои все кубики Рубика, ребята. Когда-нибудь сделаю обзор на все мои кубики Рубика. Дальше, а вот в этой коробке там, уже сам не помню, а на верхней там полочке какие-то электронные конструкторы. Ладно, закрываем этот шкаф. Открываем этот шкаф. Тут у нас вот так вот все выглядит. Кстати, та самая палочка Волан-де-Морта, на которой есть обзор у меня на канале. Круто. Дальше. Тут у нас, кстати, вот эта панелька вот так выдвигается. Вот так вот. Это у нас паспорт города профессии Кисберг. Дальше вот здесь вот у нас лежит мой браслетик. Мой портмонешник. Моя чеча. И какой-то сундук с сокровищами, похоже, да? Да, с сокровищами. Так. Здесь у нас. Это упаковка от бинокля. А вот там вот очки ночного видения. Так. Это портфолио ученика. Вот мое. А вот это вот. Так.
это вот коробочка. Это вот такая экшн-камера. Правда, старая уже очень. Дэн. Правда, не GoPro, но Дэн. Ладно. Так. Закрываем этот ящик. Открываем нижний ящик. Тут. Ой! Опа! Находятся мои настолки. Очки виртуальной реальности. Реально разные настолки. Настолки. Как, ребята, вы знаете, я люблю рок, в особенности Король Шут. Тут у меня вот все рокерские причиндалы. Банданы. В общем, вот эти все браслеты. Понятно, все. Дальше эта полочка. Тут тоже вот игры. А здесь у меня находятся мои геймерские наушнички. Селфи-палочка. И кольцевая лампа, на которой я, кстати, ролики записываю. Кто не знал. Прикиньте, пока вставал снизу, оперся на диван и упал. Нифига себе. Ребята, видно, вот такой вот огромный диван. Сейчас вас запущу в диван. Опа. Прилетели в диван. Так, у меня есть такой светильничек. Такой вот светильник. Он включается вот здесь. Так, вот этот выключатель, он отвечает за вот такой свет прикольный. Так, дальше идем сюда. Кстати, вот эти два выключателя тоже. Вот за такой свет боковой, видите? И вот сверху вот такой свет. По-моему, круто. Ладно, давайте без света, что у нас день. Так, дальше. Этот шкаф у нас... с одеждой, со шмотками. Так, переходим с вами сюда. Мы это уже прошли, знаем. Вот эти вот полочки, точнее ящички. Здесь мы еще не придумали. Я еще не придумала, что положу. Ну, придумаю что-нибудь. Здесь. Ау. У нас принтер, бумага и этот, краски, или как это называется, для принтера, короче. Так, дальше. Вот этот ящичек. Тут моя канцелярка. Кстати, вот эта прикольная штука. Это флешка. Я не могу одной рукой открыть. О, вот. Это флешка такая. О, король шутовская тоже. Прикольная. Ну, и вот, кстати, поставка для телефона. Я тоже, бывает, кстати, на нее снимаю. С нее. Второй ящик. Мои тетрадочки. Блин, тоже король и шут. Мои тетрадочки, биология, справочники. Тут понятно. Короче, все это пятиклассничек. Кстати, ребята, поздравляю всех с началом лета. Поздравляю от души всех. Пишите в комменты, какой класс вы перешли. А может быть, кто-то еще в детском садике. Тут у нас цветная бумага, калькулятор, подставка. Ничего не интересного. Пишите в комментариях, какой вы класс перешли. Дальше. Тут у нас электроника. Наушники, все вот это. Кстати, здесь обычно и геймпады хранятся от PlayStation. Что, ребят, на этом ролик подошел к концу. С вами был я, Костя в Кубе. Легендарный дроп. Ладно. Это там Риса. И всем пока. Все, Риса, можешь выходить, я уже перестала снимать ролик.